Что ты сегодня нового узнала? То, что узор на пальцах может быть разным. Что для сотрудников МВД повседневная рутина, для детей интересная игра. Поиск улик, работа на месте преступления, запутанные расследования. Сегодня дети Химкинской школы номер 29 узнают тонкости работы криминалиста. Олеся Капусткина – эксперт с 5-летним стажем. Рассказала детям, как криминалисты собирают отпечатки пальцев и что носят в своем чемоданчике. Самое важное в профессии – оперативность. Есть какой-то преступник или есть какой-то подозреваемый, мы обязательно его дактилоскопируем, как мы сейчас с вами попробуем, каждый, кто захочет. И потом сравниваем те следы, которые мы изъяли на месте происшествия, и следы отпечатки пальцев, которые у нас остались на тактокарте. Дети активно задавали вопросы. Интересны они редко и неожиданны. Среди самых активных – 8-летняя Вера Легасова. Хочет пойти по стопам матери и тоже работать в полиции. Сегодня узнала много нового. Я узнала то, что в полиции бывают разные преступления, и их не всегда могут раскрыть. Можно преступника найти по нескольким видам, по отпечаткам пальцев, по волосам можно найти. После небольшой лекции детям представилась возможность узнать, как именно снимают отпечатки пальцев на своем опыте. Мероприятие мы стараемся проводить еженедельно, то есть мы выезжаем в учебные заведения и готовим для детей разнообразную программу, то есть с привлечением либо общественности, либо это наши сотрудники, те, которые рассказывают что-то, полезную информацию. Также в летний период детям рассказывают правила поведения дома и на улице, а также около водоемов и в лесу, чтобы каникулы прошли интересно и безопасно. Ксения Брагина, Дмитрий Бадыров, служба новостей.